Из Чувашии с победой. Команда димитровградских боксеров вернулась с турнира одного из спортивных обществ Центрального совета профсоюзов. Из 8 наших спортсменов первое место удалось завоевать только одному – мастеру спорта Евгению Алексееву. Получалось, что у нас не было еще ни одного первого места, только вторые места. И как бы выходил на ринг и понимал, что нужно не просто боксировать, а боксировать только на победу. Для Евгения Алексеева эта победа стала путевкой на чемпионат России.